что случилось с тобой? Нет, почему? Парни, травма, давайте. А что случилось? Давайте, извините, потом. Это групповой бой, команды сходятся, и смысл его повалить бойцов противника. Удары наносятся в полную силу, а только в разрешенные места. Это контактное массовое мероприятие, где действительно человек может показать то, на что он способен в спортивном, в боевом плане. Не разрешено бить. Стопы, пах, соответственно, в основании черепа и акцентированные удары позвоночника в случае. Кто-то занимается реконструкцией там, доспеха, оружия, костюма, кто-то занимается каким-то ремеслом. Но среди всего всей этой массы есть люди, которые не могут сидеть на месте, для которых важен бой. Не знаю, я просто очень люблю бить людей. Железом. Это круто. Это наиболее полно мне помогает понять, как люди сражались мечами, щитами, алебардами, копьями. Это на что мы готовы? То есть это воспитание духа патриотизма, вспоминание вот именно истории, как оно все это происходило. Ну и выплеск адреналина, наверное, для людей, которые не хотят причинить боль где-то на улице, да, и выплескивают вот это именно в бою. Нашел свое увлечение в этом, очень нравится, все эмоции выплесываю я в бугуртах. Мы проводим определенную подготовку, тренируемся весь год, и бугурт это... показатель того, что мы наработали на год. То есть мы встречаемся с людьми, которых мы не видели, и мы с ними сражаемся. Я себя чувствую шикарно. Это был мой первый бугурт после года перерыва. И, в общем, все круто. Борьба и, наверное, как объяснить, техника, то есть перемещение. Кто-то забегает, кто-то толкает спину, кто-то держит строй. Много-много схем, которые действуют. То спины просто подходят, толкают, и там уже улетишь. Ты с одним встаешь вроде в клинч, а в это время второй тебе просто разбегается и всем весом тебя сбивает с ног, и все. Ну, помню, как меня в спину охаживало 5 моих хороших друзей. Удары чувствуются не так сильно, как нормально в бою. Оружие все-таки затупленное, но прилететь может хорошо. Вот мне вот топором нанесли травму, у меня сейчас рука толком не работает, это потом мы осмотрим ее. В принципе, наверное, можно сравнить с другими видами единоборств, наверное, так же как бокс, какой-нибудь ММА, вот серьезность, в принципе, настолько же. Такой же полный контакт идет, такие же достаточно большие физические нагрузки, ну и, в принципе, травмоопасность где-то на этом же уровне. Травматизм присутствует, конечно, но сейчас... Скажем так, уровень защиты доспехов достаточно хороший. Я вот поленился немножко, повыше поднять защиту и, соответственно, результат. Чтобы защитить голову, мы используем так называемые бугурто-оптимизированные шлемы. То есть у него встроенная скрытая дополнительная защита по типу стальной маски и защита сзади шеи. На ногах у меня латные голени с коленями. Бугурто-оптимизация, так сказать, чтобы меньше было травм в таких серьезных соревнованиях. Фактически это одевается вот так. Это доспех монгольский, называется Хатангу Дегель. Соответственно, сделан он тоже из пластин.
И все тело фактически, плечи, корпус и бедра им защищаются. Ну это пластичный доспех, но в основе его, как видите, лежит сукно и пластины. Это 10 на 5 сантиметров. Моя амуниция полностью от ног до шлема весит порядка 30 килограммов. Мой топор зовется Нурофен, потому что он от головной боли. Это закаленная высокоуглеродистая сталь. Как понятно, это реплика меча, он не заточен, то есть не является холодным оружием. Можно человека добить, а можно человеку дать подняться. Можно противника уронить и растоптать, а можно человеку подать руку и обняться. Вот как бы такие мероприятия, они воочию показывают, кто есть кто. Скажем так, плохие люди тут надолго не задерживаются и очень быстро вычисляют в этом обществе. Поэтому в основном я считаю, что у нас просто отличный коллектив. Продемонстрировать доблесть, отвагу и честь — это нельзя. Это должно быть человек изначально. Этого мне достаточно недели на две. Потом душа опять требует бугурта.